кулинарный Лукас. Теперь просто восхитительно. Но нужно сделать еще один грандиозный проект. Финальный тур. У нас есть несколько финалистов. Кстати, пожалуйста. Здравствуйте, номер 250. Закончила курс актерского мастерства, хореографии, вокала, курса кроки шитья. Вдруг пригодится. Добрый день. Я немножко нервничаю, просто издалека ехала. Вы знаете, успела так зажаться, но я уже чувствую, сейчас потихоньку начинаю расслабляться. Я прям вот, знаете, из меня сейчас прям как попрет. Уже начинаю. Здравствуйте. Мой номер 251. Но мама считает, что просто, но на самом деле я считаю, что мое это R&B, знаете. Ну, если надо, там еще классику могу, ну, если понадобится. А так, в принципе, могу все остальное тоже. Здравствуйте, я пою, у тебя потом не только поставь, но это даже ерунда. Я обожаю вас. Я хочу сказать, что вы клевый, даже когда играете эпизоды, и я у вас уже много научусь. Я просто обожаю играть маленькие девочки. Здравствуйте, мой номер 247, это то, что я играла во всех мюзиклах в России, это Чикаго, Мама Мия, Зорро, Монте-Кристо, Вывел Ракью, Монте-Кристо, Граф Орлов. Ах, да, у вас тут вот голливудская дива. Ну как это?
перезвони мне, я должен позвонить. Ирвин, а как называется наш мюзикл? Семь гномов. Семь гномов. Хорошо, у нас с вами и социальные темы нам раскрыты, отношения внутри семьи. Крыть, хорошо.